На территории исправительного учреждения номер 50 обучение проводят два учебных заведения. Это Петропавловский профессиональный колледж и Североказахстанский колледж профессиональной подготовки и сервиса. Всего осужденные могли обучиться по таким специальностям, как мастер отделочных работ, швея, модельер, закройщик, парикмахер, стилист и мастер по озеленению. В течение учебного года они осваивали теоретический материал, изучали электрооборудование, правила шитья, технику безопасности, а затем приступали к практическим занятиям. Петропавловский профессиональный колледж вручил 45 дипломов. Североказахстанский колледж на данный момент проводит государственный экзамен, после которого еще 22 осужденных должны получить свидетельство об окончании учебного заведения. К слову, на следующий год подобраны 90 обучающихся. Вся теория, практика, все проходит на территории учреждения, в цехах индивидуальных предпринимателей проходят они практическое обучение. В дальнейшем также по получению дипломов большая часть осужденных, обученных на швей, трудоустраивается на территории учреждения.